Недавно в Киев приезжал писатель Александр Каневский. Он сказал очень хорошую фразу, что ностальгия – это не тоска за березками. Березок много и в Америке, и в Канаде. Это тоска за собой молодым. Вы тоскуете за собой молодым? Вам лучше было тогда, в той Одессе? Нет. Нет, мне тогда во всех смыслах было хуже. Я счастлив жить в это время. И вообще вот это все недовольство, это все, это нервничание, эти попытки писать, не писать, все это можно обвести карандашом и назвать счастливое время. У меня счастливое время, черт его знает. Как-то уже я живу так, как я хочу. Я перестал быть в коллективе. Я даже не знал, что от этого становится лучше человеку. Я перестал, не знаю, что-то интересоваться. Нет, чужим мнением не перестал. Мне важно, как я, если я сделал это, нравится публике, я еще завишу от нее. Это отравил меня Аркадий Исаакович Райкин. Когда вот аплодируют, не аплодируют, смеются, не смеются. Вот это страшное дело. Хотя я перестал, я уже пишу, я и смешно много пишу, и не смешно много пишу. А да, кстати, чтобы мы не забыли, концерт же у меня, я же могу забыть. Значит, вот говорю, 9 декабря в зале Октябрьский я буду читать то новое, что я прочел, написал летом этого года. Довольно много, я уж тут в клубе одесситов в Одессе попробовал. Вот, так что вы спросили, как вы спросили, о чем? Если ностальгия? Это не склероз, это просто есть вопрос, который я забываю. Автоматически значение этого заслуживает. Что вы сказали? Тоскуете ли вы за собой молодым? За собой молодым? Не тоскуете? Да нет, не тоскую. Ну, что там тосковать? Ну, конечно, нет. Нет. Даже с точки зрения самой главной, какая бывает у мужчины, с самой главной точки зрения, и с этой точки зрения не тоскую. Ну, я вас с этим поздравляю. Не тоскую. Я не имею в виду свои достижения в области секса. Из большого секса я ушел. Помните, когда я сказал? Конечно. Раньше всех. Давно очень. Я ушел очень давно, сказал, перешел на тренерскую работу. Но сейчас появляется нечто такое, что делает даже это совершенно другим цветущим. Цветущим, не мимоходным мероприятием. А молодость – это ты пробегаешь, как ты пробегаешь по городу. Так ты пробегаешь вот эту любовь. А здесь ты уже не пробегаешь. Ты здесь... Любишь. Ты здесь в центре.